33 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил сторожем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, Сын Человеческий, скажи дому Израилеву. Вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них, как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику: ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не вспомнится ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите: неправ путь Господа, я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город. Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен, и было ко мне слово Господне. Сын человеческий, живущие на опустелых местах в земле Израилевой, говорят: Авраам был один и получил во владение землю эту, а нас много?
Итак, нам дана земля этого владения. Посему скажи им так, говорит Господь Бог, вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим и проливаете кровь и хотите владеть землею. Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости и оскверняете один жену другого и хотите владеть землею. Вот что скажи им, так говорит Господь Бог, живу я. Те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют так, что не будет проходящих, и узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустынею из пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов, и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, и садится пред лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их, и вот ты для них как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк».